Всем привет, друзья! Сегодня у нас немного посылочек, небольшая распаковочка будет. И здесь товары, я честно не помню, что здесь за товары, откуда. Вот это вот точно с AliExpress, это, по-моему, помада для сестры. Вот немножко лопнула пачечка. Ну, давайте откроем, посмотрим все. Вот. Пришло все несколько дней назад, но не доходили руки распаковку сделать. Вот такая вот штука, я не знаю, лип-хоп, это, наверное, какая-то, да, помада, губки нарисованы, да, это точно с AliExpress, да, заказывал для сестры. Вот, это у нас либо Gearbest, либо Games лампочка, уже была неоднократно. Вот. Это это стекло для Mi 4C. И вот в такой коробке не пойми что пока. Сейчас давайте на все по очереди посмотрим. Вот фонарик уже был неоднократно у нас, поэтому мы сильно заострять на нем внимание не будем. Давайте уже этот открою. Вот так он светит. Светит он не сильно, но за счет того, что он водонепроницаемый, хорошо цепляется на любую трубу, то есть ребенку на беговел или велобег, кто как называет. Вот, отлично подходит, и я их заказал, они мне очень понравились, я их заказал много, и ну, лежат у меня для перестраховки, то есть, во-первых, можно подарить какому-нибудь ребенку на подарок, такой маленький презент, а во-вторых, своему ребенку, что вдруг что поломается старым, можно будет использовать. Далее, вот такая вот помада, давайте ее откроем, заказывал, сестра просила. Вот, это там то ли блеск для губ, то ли помада, я в этом не разбираюсь, честно говоря. Вот, но посмотреть, я думаю, распаковать, посмотреть, сестра будет не против. Вот. Так она выглядит с такой кнопкой. Lipo Makeup Perfect Love. А ну как открывается, вот так открывается, и как такой двухцветный. И видите, в обратную сторону почему-то открывается, в обратную сторону, не вверх, а вниз. Видите? Вот, ну интересно сделано, так красиво. Вот, ссылка будет в описании, это кому интересно, я оставлю. Вот, интересный прикольчик такой. Вот так вот выглядит это все. Это продавец с AliExpress покупали. Вот. Откладываем. Далее стекло, по-моему, для Mi 4C. Это такой расходник, который периодически портится, надо ломать. Ну, главное, что лучше поменять стекло, чем замотали, конечно, ужасно. Сильно. Вот. Xiaomi Mi Eye написано, но у продавца, это тоже AliExpress, у продавца должно было быть написано Xiaomi Mi 4C. Вот, ну, возможно, они подходят, либо он мне прислал не то, что нужно. Маколо, я их уже покупал, отличные стекла, вот мне они нравятся. Единственное, что нужно перепроверить, подходит ли от Mi 4i для Mi 4C стекло. Вот здесь в такой вот коробочке у нас салфетки. Вот. Получается влажная и сухая небольшая. Маколо тоже фирменная салфеточка. Ну это стандартный набор их. Вот и давайте посмотрим на стекло. Стекло. Вот. Наклейки для проклеивания, и стекло, оно треснутое. Вот, оно разломанное пришло. То есть, как они замотали так очень сильно, очень много пупырки, но стекло пришло разбитое в хлам. Вот, к сожалению. Ну, блин, не повезло.
Ладно, откладываем стекло и давайте посмотрим, что это такое. Я, честно, не помню, что это. Ага, это лазер на оружие. И давайте посмотрим инструкцию. Друг-охотник, это мы ему заказывали все. Крысиный хвост. Такой вот. Вот так он прикручивается. Давайте такое вот крепление. Все, смотрите, в коробке такой красивой. Вот, мягенькой. Вот, несколько креплений. Тут у нас что написано? Danger. Тыры-пыры. Ключ такой, шестигранник нужен. Вот. Интересно, ключ есть здесь где-нибудь? Да, вот ключ. Ключ положили. Все здесь есть. То есть, для того, чтобы настраивать, подкручивать. Вот. Ну и сам лазер. Давайте посмотрим. У меня... кстати, вот это вот на застежечке для ключа вставка. Вот, вставляем ее обратно, пока нам не нужна. Ну и сам лазер давайте посмотрим. Вот лазерскоп. Здесь такие две крутилки. Вот так он выглядит. Ну и батарейки здесь, конечно, нет, поэтому сейчас я посмотрю, но, наверное, у меня таких нету батареек. Да, здесь, наверное, 26 450, как там их, 26 650, или как-то так. Точно не могу проверить, потому что нету у меня. Вот так это выглядит внутри, посмотрите. Вот, нету у меня такой батарейки, которая сюда подойдет. Вот, я попрошу, когда друг ставит батарейку, чтобы он мне прислал фотографии. Вот здесь настройки какие-то. Вот, я так понимаю, силу. Вот, когда он ставит батарейку, как оно светит, я попрошу, он мне несколько фотографий скинет, и я их добавлю в видео. Поэтому публиковать пока видео не буду, оно выйдет немножко позже, чем я его получил. Вот эта вот кнопка, она вытягивается. Вот здесь о-ринг есть, все дела. Вот внутри вот так, давайте посмотрим, пружинка там. И крысиный хвост тоже одевается сюда, просто снимается, я так понимаю, вот эта вот штука и продевается сюда крысиный хвост, вот в эту штуку. Он нужен для того, чтобы куда-нибудь на руку повесил и переключаешь на руке, то есть включать выключать лазер на руке. Вот так вот это все выглядит. Интересно. Такого у меня еще точно не было в распаковках. Вот, супер. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.